Привет! Сегодня на моем обзоре компактный Wi-Fi роутер Kinetic. Погрузимся в анализ его функций и особенностей и выясним, чем он выделяется на фоне конкурентов. Узнаем, стоит ли он своих денег и какие есть подводные камни. Останься со мной! Первое, что бросается в глаза при взгляде на этот Wi-Fi роутер – его компактные размеры. Ширина всего 214 мм, глубина 154, а высота 33 мм. Это значит, что устройство легко разместить на любом столе или полке, не загромождая пространство. Весит роутер всего 454 грамма, что делает его легким и портативным. Его удобно переносить из одной комнаты в другую или даже брать с собой в поездки. Не забудь заглянуть в описание под этим видео, там ты найдешь ссылки, где можешь приобрести этот роутер, а также специальный промокод для скидки. Это отличная возможность купить его по привлекательной цене. Поговорим о сердце нашего роутера. Это мощный процессор MT7621A с частотой 880 МГц и двумя ядрами, благодаря которому устройство справляется с высокими нагрузками без замедления. В комбинации с 256 МБ оперативной памяти DDR3 это обеспечивает отличную скорость и стабильность работы. Wi-Fi покрытие тут на высоте. Сеть 2,4 ГГц предлагает скорость до 300 Мбит в секунду, а более быстрая 5 ГГц сеть до 867 Мбит в секунду. При этом устройство поддерживает маршрутизацию до 1800 Мбит в секунду для IPOE, PPOE и до 800 Мбит в секунду для L2TP, PPTP, что особенно важно для бизнес-пользователей и игроков. Есть 4 порта Ethernet для гигабитной передачи данных и порт USB 2.0, который расширяет функционал устройства, позволяя подключать внешние хранилища данных или принтеры. Не обошлось и без поддержки LTE 4G 3G через сим-карту, что делает этот роутер идеальным выбором для областей с ограниченным доступом к кабельному интернету. Дополнительные особенности включают внешние сменные 4G антенны для улучшения мобильного сигнала, превосходное покрытие Wi-Fi для обеспечения стабильной связи в каждом уголке дома или офиса, а также функции управления трафиком Intel EQOS, которые помогают оптимизировать пропускную способность сети в зависимости от потребностей. Роутер также оснащен современными механизмами защиты от киберугроз, что делает вашу сеть надежно защищенной от внешних атак. Встроенные функции для бизнеса облегчают управление сетью и расширяют возможности использования устройства в коммерческих целях. Владельцы этого роутера делятся своим мнением, и я внимательно изучил их отзывы, чтобы выделить ключевые плюсы и минусы. Минусы. Ограниченный радиус покрытия. Плюсы. Легко настраивается. Уверенный прием 4G. Хорошо раздает Wi-Fi. Отличное программное обеспечение. Справляется с потоковыми данными. На этом мой обзор подходит к концу. Не забудь проверить описание под видео, там ты найдешь ссылки для покупки и скидочный промокод. Поделись в комментариях своим мнением о данной модели. Если тебе интересны подобные обзоры, подписывайся на канал и ставь лайк. Будем на связи, до скорых встреч!